У ефірі програма «Новини регіону», у студії Аліна Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Хвилювання, випробування, порушення. Як проходить на Могильовщині централізоване тестування? Професійне свято відзначають спеціалісти самої гуманної професії. З якими здобитками медики зустрікають свято? Чи прийде у червні справжнє літо на Могильовщину? Усі подробиці у нашому випуску. Питання соціально-економічного развития Паўднёва-Усходніх регионов обмерковали на выездном посяджении Могилевского облаканкама. На прикладе Костюковицкого района представники областной улады, старшини райвыканкама убачили, как развивается приватный бизнес, працует социальная сфера и альтернативная энергетика. Подробности глядите у вечернем выпуску. Больш за 2000 чалавек на Магілёшыні прынялі ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні па грамадствазнаўстве. У Беларусі працягваецца экзаменацыйная кампанія. Нагадаем, сёлета ў Магілёўскай вобласці зарэгістравана амаль 37 тысяч удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання, а гэта на 13% больш леташняга. Ближе до 11 годины до места проведения тестирования собираются не только экзаменуемые. Подтримать будущих абитуриентов у такой важный день имкнутся и батьки. И хвалюются не меньше за удельников ЦТ. Как любая мама будет волноваться за своего ребенка. Ну, готовился по мере своих сил, как мог, так готовился. Ну, как получалось. Будем надеяться, что поступит. Хочется пожелать детям удачи, чтобы им сегодня сопутствовало, чтобы у них все получилось. Ну, чтобы куда они задумались, чтобы туда и поступить, как говорится. Терпение, здоровье, еще очень впереди тяжелый путь у них. Поэтому всем абитуриентам удачи. 16 червня на тестирование по грамадознавству на Могилевщине зарегистрировалось больше за 2000 человек. Я собираюсь поступать в БГУ. Готовилась усердно, потому что я знаю, что это важно. И я знаю, что чем усерднее ты готовишься, тем больше шансов тебе поступить. Готовилась, ну как готовилась? Не так долго, а полгода буквально. Конечно, все сложно, ничего легкого нет у нас. Ну, я готовилась к ЦТ у репетитора, ходила год к ней, как бы подготовилась, ну, думаю, что достаточно хорошо, волнения особого нету, потому что РТ как бы писала, ну, на достаточно высоком уровне. Вот. Ну, надеюсь, что все получится. По традиции, самые популярные у будущих абитуриентов тестирование по русской и белорусской мовах. К сожалению, у нас в Бобруйске были нарушения, связанные с проносом мобильных телефонов в аудиторию. Ребята из вступительной кампании текущего года автоматически выбывают. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 липеня. А праз два тыдні на сайте Республиканского института контроля ведаў з'явятся первые выники. Дарья Семянько, Александр Тарасов, новини региона. Централізаванае тестирование, як вядома, проходить по новых правилах. Можно сдавать тесты по 4 предметах, павялічана колькасці резервовых дзён, сертификаты сапраўдныя 2 гады. Акрамя гэтага, дзейнічаюць преференции для выпускников профильных классов, якія поступаюць у педагогічныя ВНУ. Між тым, парламентарии мяркуюць, что подобные преференции можно у будущем поширить и на іншыя специальности. Не трэба так строго ставиться до лепших детей, якія добра вучатся и тем более берут удел у олимпиадах, лічыць Ігар Марзалюк, старшиня постоянной комиссии по адукации, культуры и науцы Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. Бо сёння 35 тысяч молодых людей из Беларуси з'ехали атрымлівать адукацию за межа. Про змены, якія будуць ініцыявацца у сферы адукации, Ігар Залюк рассказал у студии телерадиокомпании «Могилёў», у тым ліку про поширение белорусской мовы. Я лічу, что повинно быть у любой школе, незалежно от того, русскомовная она тебе белорусскомовная, певный джентльменский набор дисциплин, які в обов'язковом порядку повинны выкладаться на белорусской мове. Так, как это было еще 5-6 год, 7 тому. И я лічу, что история Беларуси повинна выкладаться по-белоруску, незалежно от того, русскомовная форма научания, или белорусскомовная форма научания, география Беларуси повинна в обовязковом порядку выкладаться по-белоруску. Интервью Игора Марзалюка глядите у информации на аналитичной программе «Днями».
32 тысячи человек працуют у сферы аховы здоровья Могилевщины. Из них 5 тысяч непосредственно врачи. Штогод в область приходят молодые специалисты. Таких новобранцев в среднем до 1500. Таким чином у регионе амаль что закрыли потребу в узких специалистах, говорят у облвыканкаме. Посприяла гэтаму і мэтавая падрыхтоўка студэнтаў медыцынскіх ВНУ. Гэта калі установа рыхтуе медыкаў пад патрэбу в области. Ёсць патрэба ў рэгіёне і ў новым абсталяванні. Але сучасная апаратура не танная і без выдаткаў з рэспубліканскага бюджэту не абысціся. У ліку нядаўніх закупак па лініі Міністэрства аховы здароўя на Магілёўшыну накіравалі 7 шматфункцыянальных рэнтген-апаратаў. 3 з іх манціруюць у паліклініках Магілёва. З вялікіх медыцынскіх будоўляў в области называюць аперацыйны блок анкадиспансера, терапевтичный корпус на 100 коек у Осиповичах, а так само протяг реконструкции Крычевской ЦРБ. Больницы номер 1, ведомой Лаусановской. Ремонтные работы ведутся и у родильном доме Могилева. Больше за 2000 детей, которые проживают и научаются в населенных пунктах, с радиационным забруживанием планируется оздоровить все лето у летний период. По информации областного управления Центра оздоровления и санаторно-курортного лечения, на этой мете с республиканского бюджета выдаткована больше за 1 миллион 750 тысяч рублей. Санаторно-курортное лечение организовано на базе 12 здравниц. Яны находятся не только на территории Беларуси, але и за мяжой. У приватности у России санаторы Беларусь-Сочи и Белая Русь-Топсе. До того ж, у липени амаль 70 детей, которые проживают на забрудженной территории, отпочнут традиционно за сродки союзной державы. Их прыме санаторой Янтарь у Анапе. С початку года по линии Чернобыльской державной программы оздоровления на отпочинку побывали амаль 4,5 тысячи детей. На гэтые мэты из республиканского бюджета было выдаткавано больше за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Подрыхтовать областный центр до головной подеи святкования 750-годия Могилева и навести опошний глянец. 17 червеня пройдет городский субботник по добраупорядкованию. Инициатором субботника выступили менавіта городские улады, каб дапамагчы коммунальным службам привести у парадок месцы массового отпочинку. Плануется, что удзелу им примуть представники працоўных коллективов, навучальных установ и громадских объединений. У гарвыканкаме так само запрашают долучиться до агульной справы усіх гараджан. Уже обяцают усіх забяспечить працоўным инвентаром. Например, до наведения парадку на территории московского дворика. Дарэчы, кіраўнік города Владимир Цумаров будет працовать у подниколі. Плануется, что там будет заливать подмурок для скульптур, которые отримает город по завершении международного пленера «Каменная каска». И нагадаем, субботник будет ладиться без перелечения сродков, выключно по добраупорядкованию Могилева. Полоса перешкод, улыткование импровизованного туристичного лагеря, представление команд. Выхаванцы территориальных центров Могилевщины приехали в Бобруйск на турзлет. Ангелина Дикон про тяжкости и переодоление их. Андрею Витерману 25. Выхованец Центра соцобслуговывания насильництва Першамайского района у команде с гучной назвой «Зефир» – лидер. Команда! Сёлета турзлёт собрал сотню смелых, спортивных и активных людей. Очень волновались. Учили лекарственные растения, учили узлы, готовились как палатку ставить, бегали, прыгали, лазили по каких-то веревках. Ну, я даже не могу сказать, как вот. Ну, очень волновались ребята, когда готовились. На переодоление маршруту пошло несколько годин. Многоборье стало не споборництвом, а худшим способом завести новых сябров и широ порадоваться за огульные поспехи. Ангелина Дикун, Дмитрий Шаўцоў, новини региона с Бобруйска. Сапраўдным летнім надвор'ем парадуюць бліжэйшыя выхадныя. Сіноптыкі прагназуюць, што ў гэты перыяд слупок тэрмометра не будзе апускацца ніжэй за плюс 22 градусы. А надвор'е будзе вызначацца вобласцю павышанага атмасфернага ціску. Так, у суботу чакаецца да плюс 24 градусаў. Пераменная воблачнасць пераважна без ападкаў, уначы і раніцай слабы туман. У нядзелю стане яшчэ цяплей, уначы плюс 6, плюс 11, у дзень 22-26 са знакам плюс. Початок нового тыдню принесе на территорию в области опадки, местами короткочасовые дожди и навальницы, и узмацнится ветер. Порывы могут досягнуть 14 метров за секунду. Слупок термометра навод поползе вверх. Часом до плюс 23, плюс 28 градусов. Приблизно такое же надворье чекается у авторок и сероду. Вось только по попереднем прогнозе, у другой половины тыдня знов похолодая.
З апошнімі навінамі ви можете познайомитися і на нашому сайті tvrmogilyov.by. А на гэтым я з вами развітуюся. До зустрічі!